пойдем загорать. Вставай, вставай, давай. Прилег. Вставай. Мне нравится вид. Нравится вид. Но пойдем лучше сюда спустимся. Это номера Studio Rooms. Вот. Номер 4122. Слева сразу находится гардеробная. Обувные принадлежности, тапочки, вешалки. Прямо вот такие шкафы. Здесь сейф, дополнительная подушка, еще шкаф. Номеров мини-бар находится вот и в гардеробной, вот здесь. Не пополнен, к сожалению, но наполнение стандартное там будет. Отхода ванная. Такая золотая раковина. Принадлежности Би Премиум и Роберто Кавалли. Крем. Салфетки. Мыло в диспенсере. Роберто Кавалли тоже. Таз. Золотой. Дальше просторная душевая кабина. Душ обычный. Душ тропический. Тоже в диспенсерах. Шампунь, кондиционер и гель для душа. Все Роберто Кавалли. Проходим дальше в комнату. Такая шикарная кровать. Люстра. С этой стороны гостиная зона. Тоже люстра. Есть кресло. Такой шикарный столик. Красивый. Телевизор и тоже набор чай-кофе, капсульная кофемашина. К сожалению, в этой категории номеров нет балкона, но зато есть вот такой шикарный вид на Эгейское море. Вот видно, что есть сетка от комаров. Номер выглядит так, потому что в отеле была реновация и убрали некоторые категории вилл и перестроили их в отдельные номера. И получился вот такой номер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вот вам, пожалуйста, номер. Superior Garden View. Имейте в виду, доплатить денег или нет. Купил номер, да, себе там студию, Сивью. Классно, все, пришел такой. Иди вон туда, живи в подвале, давай. И все. Ну, вид классный на море, без вопросов. Нюансик, смотрите. Можно жить над рестораном. Расскажу немного о номерах категории Studio и Superior. Так как номера перестраивались из вилл, то
номерах, которых нет балкона, это как бы была детская спальня, а в виллах не предусмотрено в детских спальнях балкон. Номера, которые сделаны из боковых спален, имеют французский балкон, очень маленький. Там ставится только стульчик и все, очень маленький балкон. Есть номера, которые с балконом побольше, но это все зависит от этажности, где вы будете размещены. Также изначально в отеле были номера Superior, это которые находятся на самом верхнем уровне отеля, и они имеют номера, начинающиеся на 10. Так что при заселении можете как бы потребовать себе категорию, которая вам понравится больше. Если вы купили данную категорию, размещение может быть любым. Все зависит от вашей настойчивости.